Що робили? Вистрашений. Казав, що він на мене летить. Угу. І тоді... Сіла, а тоді вже впала. Зять мене закрив собою. Не знаю, як він, але... Вы там высосли через забор, который умер, бедный. О, через... это ваш сосед прям выходит в городе, да? Вы через... Через забор, 3 метра. Вы знали его, конечно, так? Конечно, знаю, маму знаю. А спілкувалися з ними? Конечно, я навіть сьогодні вечером я в огороди, он даже в огороди ходив, до часу 8. Так, ну, я ничего не говорил, потому что уже темно было, там что-то он делал. Я даже зашел домой. А через 2 часа, пожалуйста, человека нету.